Herr Präsident. Рад приветствовать вас. Добрый день. Я рад приветствовать вас. Уверен, что ваш визит еще больше сблизит наши народы и позволит активизировать наше сотрудничество. Я думаю, что у нас хорошие перспективы развития, и я уверен просто, что мы не можем не развиваться вместе, поддерживая друг друга. Целью этой миссии является установление рамочных условий и более тесных контактов для развития в будущем более плодотворных и выгодных экономических отношений. Областью Республики Беларусь. В основе исполнительного комитета соглашение подписано председателем.